С 14 октября автобуса уже не будет по дачным муниципальным маршрутам номер 5, номер 6, номер 14, 4, 4А. По маршрутам, муниципальным маршрутам номер 5 схема движения будет сокращена, конечная остановка будет КАН. До дачи уже движение не будет осуществляться. Также и 23-й маршрут тоже будет сокращен до конечной остановки КАН. На дачные маршруты массивные не будет заезжать уже. 6-й маршрут тоже будет исключением, ну, то есть тоже маршрут не будет. Те, которые муниципальные маршруты не задействованы были на дачных маршрутах, будут открыты. Это 15-й маршрут, ЖД вокзал, Кожзавод.